Продолжение истории лисы. Вы ведь помните, что у меня живет рыжая лиса, и недавно я купила ей черного друга Венома, который, кстати, кастрированный. Тут я заметила, что Василиса моя потолстела, а у Венома очень странные игры 18+. Сначала запереживала, быть может, это вздутие или отек матки, или вообще ложная беременность. Думала к врачу ее отвезти, сделать УЗИ. Но в клиниках нашего города лис не принимает, а ближайшая клиника, где возможен прием, находится за 150 километров. Поэтому панику я свою успокоила и посмотрела на поведение Василисы. Она бодра, весела и активна, скачет прям как козел без остановки. Поэтому решила щупать ее живот и не почувствовала ребер. Она стала очень толстая к зиме. Ну а также мех, который 7 сантиметров точно, стал топорщиться в разные стороны из-за образования зимнего подпуша. Вывод такой. Василиса не беременна, она просто потолстела к зиме, ну и шубку поменяла. Все мы немножко Василиса этой зимой, правильно, девочки?